А японцы помешались на биткоине. Криптовалюту покупают все, в то время как от реальных денег постепенно отказываются. Откуда такая популярность биткоина и почему именно в Японии? Об этом далее. Мисс Биткоин, так называют теперь Майи Фудзимото. Девушка создала платформу для инвестиций в криптовалюту, а в соцсетях рассказывает о преимуществах криптовалюты и технологии блокчейн. Всю свою прибыль я перевожу в биткоины вместо того, чтобы хранить сбережения в банке. Занимаюсь этим уже несколько лет. И Майя в своем увлечении не одинока. В Японии настоящий бум так называемой крипты. После того, как я изучила тенденции на рынке криптовалют, оказалось, что это интереснее, чем вкладывать в акции. Поэтому я перешла на криптовалюту. Я, можно сказать, на крючке. Даже когда спать ложусь, проверяю курсы. Жить не могу без этого. В декабре треть всех биткоинов в мире обменивались на японские иены. Почему такой ажиотаж именно в стране восходящего солнца, объясняет мисс Биткоин. Думаю, что легализация биткоина вызвала такую популярность. У нас обменный курс более-менее стабильный, и торговцы валютой все больше продают именно биткоинов. Не случайно о мифическом создателе этой валюты Сатоси Накамото ничего не известно. В то время как Китай и Южная Корея криптовалюту запрещали, японское правительство не создавало никаких ограничений. Сейчас с помощью крипты можно рассчитаться в крупнейших торговых сетях и супермаркетах. Некоторые фирмы пообещали платить сотрудникам зарплату в биткоинах по желанию. В правительстве говорят, это важно для прозрачной экономики, ведь при расчетах криптовалюты и махинации проводить невозможно. В Украине же использовать биткоин и другие криптовалюты не запретили, но и деньгами их не признали. В то же время расплатиться биткоинами в кафе вполне законно уже можно в нескольких десятках стран. В США, Эстонии, Дании, Швеции и даже в Белоруссии. Анна Филь, телеканал Интер.